Только что, Андрюш, позвонила моя женщина и сказала, иди домой, монетизацию в Ютубе вырубили. Да ты чё? Да, все. Офигеть. Вот так вот. Я говорю, ну ладно, что ж теперь сделаешь. Так что вот так вот. Ребятки, у меня есть еще канал в Яндекс.Дзене. Это на всякий случай, если у Ютуба все-таки отрубит. Ну, вообще Ютуб отрубит. Ссылку я оставлю в описании на мой канал в Яндекс.Дзене. Так что переходите туда, кому это интересно, подписывайтесь. Будем, значит, встречаться там. И вот зацеп. Ребята, всем здравствуйте. Доброе утро сказать не могу, так как оно не совсем доброе и уже не первый день. Сами знаете почему. Вот с Андреем решили выбраться на рыбалочку, пришли на канал, сделали уже по забросу, но пока что-то не клюет. Вот Андрей со мной. Всем привет. Сейчас будем пытаться ловить на спиннинге. У нас куча приманок, у Андрея куча новинок всяких разных. Времени 8:50. Погода сейчас где-то минус, да, я думаю, где-то минус 5. Ну, так достаточно прохладно. Но он пробивается солнышко. Надеюсь, оно пробьется, потеплеет, и все будет нормально. Вот мне понравилась вот эта березка. И вон там еще кусты. Сейчас попробуем здесь. Может быть, здесь кто-то клюнет. Руки мерзнут. Что-то как-то не очень-то тепло сейчас. Течение достаточно сильное. 2,5 грамма сносит. Надо, наверное, укрупняться. Так, ну что, вешаем 4 грамма. У Андрюши там окушок прыгает по поверхности, говорит. Сейчас будем пробовать. Сейчас еще вот на такую попробую. Ну, а дальше будем другие приманки пробовать. Возможно, здесь нужны поверхностные. Вот здесь только что прыгнула рыбка. Она прыгнула на поверхности. Ловлю это я со дна, конечно. Ходить надо аккуратно, потому что здесь, если, не дай бог, упадешь в воду, тут сразу глубина очень большая. И выбраться будет чрезвычайно тяжело. Да, течение очень сильное. Боюсь, что... Опа, есть! Вот она, первая рыбка, ребята. Хотел уже выматывать. Андрей! Вот такой вот, ребятки, первый кусочек. Фух, долбанул-то хорошо. Я уже вот там выматывать собрался. Вот она. Ну, такой, конечно, маленький, но будем еще сейчас пытаться поймать. Вот она прыгает, собака. Вот что мы сейчас поставим, да. Она может быть и маразм, конечно. Но ну, попробуем. Кстати, да, вот она бы вот там, вот у березки бы вот хорошо, мне кажется, будет. Сейчас посмотрим. Но она, видишь, крупная. Она крупная. А мелкий окушок, конечно, такой вряд ли позарится, если только забагрится. Ну что, у тебя ничего? Я бы на твоем месте поставил бы мелкую вертушку, Андрей. Я сейчас буду пытаться. Я тоже думал, маленькую, легкую. Да, маленькую легкую вертушку надо ставить. Но если ты, конечно, хочешь любую рыбу ловить. Если ты хочешь ловить монстров, то, конечно, тогда. Итак, ребятки, Tail Spinner. Пробуем.
Куда у тебя? А, вот, вижу. Даже здесь вот это завихрение очень сильное. Пробуем, ребята, на Tail Spinner. Не очень я в него здесь сейчас, в данный момент, верю. Поскольку мы никак не можем найти стайного окуня. Ну, какой-то единичный, может быть. Ну, либо щучка. Может, конечно, позариться. Судак-то вряд ли. А вот щучка с окунем может. Напоминаю, кто не смотрел, недавно я их купил, эти Tail Spinner. Пока что еще ничего на них не поймал. Но, собственно, купил я их зимой. Но приманка мне нравится, прикольная. Но пока что разловить не удалось. Я особо и не ловил на нее нигде. Делал я несколько забросов на Tail Spinner, но он поклевку нам не дал. Ну что, продолжаем дальше. У Андрея тоже пока ноль. Четыре мало. Ну попробуй. Так, да, 4 грамма, ага. Я сейчас вот что поставлю. Во. От Болин Рыбалка РФ поставлю вот такую вот штучку. Или другого цвета сейчас. Нет, вот такую сейчас поставлю на 8-граммовую головку. Зато Андрюшка мешок для рыбы приготовил. Да. Большой причем. Большой, на большую рыбу. Ну хорошо, 8 грамм раз несет. Ну и такой силикон. Пробуем. Андрюш тут всю рыбу уже разогнал. Ну ладно. Так, пробую вертушку с медным лепестком. С Алиэкспресса. Рыба-то есть, ее видно даже, как она плещется. Но вот почему-то, зараза, она не клюет ни на что. Ладно. Ладно, ребятки, больше что-то здесь не клюет. Пойдем искать рыбу в другом месте. А посмотри, Андрюх, лодки пристегнуты. Посмотри, лодки пристегнуты. А, лодки-то. Я думал, взять что ли резинку поплавать. Ну, кстати, это твой. Ну да, вон они пристегнуты. Да, они пристегнуты. А, вон замок, ага, внутри. О! Фига себе! Ну да. Но это, скорее всего, это мирная рыба. Я думаю, что это карп. Может быть. Ну, либо это. Обалдеть. Лещ. А, мы ж туда даже не попадем, на этот остров. Мы даже на эту сторону. Они приходят, либо вот эти лодки берут туда, заплывают, либо вон там у них лодка стоит. Переплывают. Вот что. А тогда смысл. А, ну вон там есть этот, заводенка такая, пошли. Вот она прикольная. Да. Вот здесь мы, да, ловили. Вон там очень хорошо как-то отловились. Но и было такое, что и ничего не ловили вон там. Так что как попадешь, как говорится. Сейчас я попробую вот здесь вот. Если здесь струи нету большой, я вот, по-моему, тут течение это приличное. Тут и к воде не подойдешь. Но здесь вот место, конечно, интересное. Можно и в лодку, конечно, залезть. Я так думаю. Ну-ка. Течение-то такое приличное.
Ребята, хочу сказать, водичка-то тепленькая. Между прочим, даже уже здесь. Достаточно уже далеко от станции, но вода теплая. Значит, станция работает, и рыба должна клевать. Будем искать. Андрюшку он ловит там, но у нее тоже не клюет. Так, покушал я, перекусил. Андрюшу он уже куда залез, но вроде говорит, одна поклевка была. Сейчас я ставлю колебалочку, потому что здесь очень хорошее течение. Водичка теплая. Но правда, для форели нужна вода попрохладнее, но окуни никто не отменял. Будем пробовать. Джик я уже попробовал. Вертушку попробовал. Нифига. Тут, видите, в лодочке я устроился, в такой железный. Сейчас попробуем на колебалочку половить. А вдруг кто-нибудь соблазнится? Сейчас мы ее утопим немножечко. Если она, конечно, утопится. И попробуем. Андрюша, я так понял, там на джик ловит. Вроде, говорит, одна поклевочка была. Но, ребят, что-то как-то... Время уже почти 11. Потеплело немножко. Но рыба не клюет. По-прежнему. В арсенале один окунь, которого и то я отпустил. О, Андрюшка кричит. Что-то там словил. Чебака, говорит, поймал. О, хороший. Ага. Клади его в этот, в мешок. Ну, так-то я хочу сказать, сегодня все-таки прохладно. Так, и поставим-ка мы сейчас. Давайте вот зелененькую вот такую поставлю. Они у меня, эти колебалки, обрыблены. Они идут комплектом с AliExpress. Ссылочка будет в описании. Очень хорошие колебалки за копейки. Ловят и судака, и щуку, и окуня. Езя и плотву. Плотва тоже зарится на эти колебалки. Ну что, шлепаем к Андрею. Ух! Лосиными тропами через кусты. Да, тропиночка тут хорошо натоптана. Блять, рыбаки тут ловят нормально. Прессинг тут хороший. Вот здесь Андрюша все проловил. Вот этот вот закуточек, очень такой заманчивый. Но здесь у него ни одной поклевки не было. Ух ты, ё-моё, ничего себе. Смотрите, ребят, кто следит за моим каналом, вот в тот раз мы вот с тех бетонных плит, вот не с этой стороны, а вот с той, очень хорошо отловились. У меня там и судак клевал, и окуни клевали. Оба. Ничего себе. Видели, что творится? Вот здесь. А язь здесь есть, Андрей? Язи нету. А, язя нету. Ну, плотва, видите, здесь есть. Но вот с этого мы не ловили никогда, потому что тут не пройдешь только на лодке. И вот, если от этих бетонных блоков кидать вот сюда, вот здесь вот были хорошие поклевки. Но там и зацепов было много. Ну, давайте попробуем на колебалку. Так, сейчас я помочу. Не помочусь, а помочу. Вот так. О, ставила. А там, если что... Ты на джик поймал, да, плотву? Да, на джик, да? Ну, а мы попробуем на колебалку. Что-то недалеко она улетела. Тогда вот у меня на эти колебалки судаки и окуни очень хорошо клевали. А ребята ловили на джик, у них хуже гораздо клевало. Да, Андрей, я же не вру. Нет. И вот зацеп. Сколько ты уже тут приманок оторвал, Андрюш? Одну. Одну? А вторую у меня стопку сломала. Понял. Да,
Все, ух ты, я шнур оторвал. Причем много. Блин. Шнур старый. Ну, шнур, да, такой. Уже потрепанный. Ладно. Сейчас буду перевязываться. Ну, не так много, но оторвал. Ладно. Шнур, да, вот этот вот старый. Очень старый, ему года 3 уже, наверное. Ладно. Все, ребята, начало припекать солнышко. Смотрите, как вода запарила. Красота. 7 грамм я повесил. Может быть, 7, конечно, маловато, но зато будет лететь хорошо и сносить не будет. Что-то я поймал. Шнур твой зацепил. А? Он вот здесь вот твой шнур был. Да, шнур, да, что-то зацепил, но это не рыба. Возможно, опять свой шнур. Но... Блин, а теперь так и будет цепляться, Андрюх. Так. Там метров 15 оторвано, наверное, не больше. Да, вон оно. Вот он сейчас, зараза, поймать бы его. Но его как поймаешь. Сейчас так и будем его цеплять. Ну а что, я не виноват. Да, она сама оторвалась. Что-то прицепилось опять. Блин, неужели опять? Да ладно. Шнур должен же уплыть был. Блин, он теперь все время так будет цепляться. Зараза. Да, опять он. Смотри-ка. Вот, блин, как бы его вытащить, а? Ну вот он там и все. Не хватает, да. Чтобы его вытащить. Что-то Андрюша зацепил. Ты тащишь, а? Что-то это... Да не торопись. Блин, да что такое шнур? Блин, Андрей, ты что, рыбу отличить от этого не можешь? А, блин, поклевка была. Да мне сразу ты, понятно. Шнур-то он плавно, а тут четко поклевка была. Да не, ну тебя глючит, как обычно. Блин. Я думал, опять. Да. Ну он так и будет теперь цепляться, Андрюш. Главное, что его никак не вытащишь. Он, видишь, оборвался. Может, он там за этот захлестнется? Ну, если только. В чем я сомневаюсь. Опа. Да блин. Ну как же так-то? О, вытащил. А ты плотву-то где поймал? Прямо на течении? Я плотву не поймал сегодня. А кого ты поймал? Судака. Кого? Судак. А, это судак? Судак. Ё-моё. А, блин. Судак хороший. Я думал, ты плотву поймал. Судака. Ясно. А я, блин, рассказывал, что ты плотву поймал. Честно говоря, ребята, вообще не понимаю, почему так происходит, почему рыба не клюет. Ну, то ли перелом погоды, то ли уровень воды низкий, но на воду пенять нельзя, она достаточно теплая. Ну, как-то все это странно, но тем не менее. Я думаю, в этот раз не мы что-то делаем не так, а что-то с рыбой. Увидимся, когда увидимся. Всем пока!